1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, верите в мистику, приметы и статистику? Не особо. Ну, слышали же перед матчем, наверное, читали, что «Динамо» не может в «Химках» выиграть «Спартака». Как-то обсуждали в команде это? Абсолютно это не обсуждали, и мы выходили играть на победу. Считаю, что моя команда сегодня отыграла очень неплохо, где-то не повезло, были хорошие моменты. И вообще считаю, что сегодня дерби удался, было много моментов, были качели от одних ворот к другим. Думаю, что болельщикам понравился футбол, было интересно. Жаль, что мы не выиграли. Второй тайм, считаю, что мы провели очень достойно. И были моменты, Кладина и Фетич, они в первом тайме моменты могли забить. Чуть-чуть не повезло. С пропущенным мячом. Да, расскажите, да, про пропущенный мяч, как вы это видели? Пропущенный мяч, ну, соответственно, стенка стояла, и игроки «Спартака» разыграли в ту сторону, получается, стенку ставили к мячу. И игроки «Спартака» разыграли мяч, получается, в сторону, за стенку, как раз там, где игрок не защищает угол ворот. Соответственно, мяч перекрутил Жике, по-моему, закрутил в угол. Поэтому, конечно, непростой момент, но считаю, что очень в этой ситуации хорошо разыграли, получилось пробить угол. Ну, это как раз вопрос, это хорошее исполнение или, допустим, чья-то ошибка? В стенке или там, может быть, ваша? Ну, нет. Ну, этот угол защищает стенка, соответственно. И когда команда хорошо разыграла, в этот момент, там, они буквально метр в сторону мяча отдал пас. Я уже не помню, кто они в целом стоял. Отдали пас, мяч обработал игрок и Джеке пробил. Как раз для этого они разыгрывали. То есть мяч не по позиции был, ну, он ударил, а, соответственно, покатили, разыграли хорошо. Вы сказали про удачу. Только ли удачи не хватило «Динамо» сегодня, чтобы ничью сыграть или победить? Я уверен, что если бы мы забили во втором тайме, а для этого были моменты, была перекладина, то уверен, что игра бы кардинально перевернулась, изменилась. Весь второй тайм игроки «Спартака» тянули время, ну, наверное, уже до неприличия. Вот. Я чувствовал их страх. И нам... Опять же повторю, что если бы мяч залетел в перекладине, то уверен, что игра бы повернулась, и совершенно все по-другому могло бы сложиться. Угу. Все, спасибо. Спасибо.